Не будьте скучными. Не грузите своим половинкам мумуни. Поверьте, все уже устали от вашего кислого лица, от того, что вы приходите с работы вечно недовольны, от того, что вы хотите просто отдохнуть и дома побыть, от того, что вы не хотите никуда выходить. Жизнь одна, и люди хотят не только денег по подушке, не только полный холодильник, люди хотят праздника. Понимаете, дайте праздник своим половинкам, чтобы они были счастливыми, любимыми, чтобы им хотелось танцевать, целовать и обнимать. Не важно, сколько лет вы вместе, не важно, что прошли на своем пути, важно, чтобы праздник был впереди, понимаете? Ненавижу тех, кто грузит. Вот недавно был на одной свадьбе, очень веселая, шикарная девочка вышла за мистера Кислоту. Я его видел недавно случайно, мне так стало ее жалко, такая классная, веселая, вышла за человека с таким лицом. Блин, нельзя же, не ломайте свою. Если ты, чувак, кислота, женись на кислоте. Если ты домашняя кислая девочка, которой не нужен праздник, не нужна веселуха, только работа, дом, дом, работа, покормить любимого, родить детей. Выходи за такого. Не ломайте людям кайф, не ломайте людям жизнь. Ваша вот эта перегруженность, ваш вынос мозга, ваша тупая ревность, это нахрен никому не нужно. В жизни должны быть не только цели, не только принципы, но еще и праздник. Нахрен нужна жизнь без праздника, без музыки, без веселухи. Кайфуйте, да, один раз живем, и не два, не три, не четыре, не пять. Не нужно корчить кислую рожу опять, поймите. Серьезное лицо – это еще не признак того, что вы серьезный человек. Я знаю десятки, сотни успешных, веселых людей, которые танцуют, путешествуют, кайфуют, прыгают с парашюта, занимаются дружбой, да чего хотите делают, но они счастливы, они находят время и на семью, и на работу, и на праздник души, понимаете, когда ты даришь праздник, а не печаль и траур, ты вообще бесценен. Будьте веселы, будьте добры, не грузите, не выносите мозги, не пейте кровь. Да нахрен эту любовь, если в ней нет счастья и праздника? Зачем любовь без праздника? Вы что, на поминки пришли? Наслаждайтесь, да? Я ведь правду говорю. Вы ведь знаете, что я говорю правду? Вот реально. Вам кому-то нужен траур? Вам кому-то нужно кислое лицо? А? Как будто бы в клетке разбитое яйцо. Нужно? Нет, вы хотите улыбаться. Хотите, чтобы ваш любимый человек рядом дарил вам цветы, радовал вас, правда? Или вы, мужики, хотите, чтобы ваша женщина была вечно недовольной? Ой, что, у меня нет настроения, я сегодня дома посижу. Давай останемся, посмотрим сериал. Давай не пойдем, дорогая, в ресторан. Давай, давай. Нет, людям нужен праздник. Будьте с теми, кто дарит вам праздник, а не печаль. Не грузитесь и не грузите.